Друзья, всем привет! Сегодня у нас 23 сентября 2024 года. Продолжаю рубрику «Авто из Японии». Давненько я там новости не сообщал. Короче, машину растаможили, прошла лабораторию. Все это было в течение недели. Уложились и уже пришли даже на почту. И это электронный ПТС и все документы в электронном виде. Занялся я плотно компаниями по перевозке, автовозы. Ну, практически везде большая очередь. Цена на автовоз от Владивостока до Краснодара колеблется от 200 до 220 тысяч, плюс 0,3% индивидуальная страховка от стоимости автомобиля. Вот или рыночную заявляешь, или на той, которую купил и растаможил. Но самое главное, что на автовозы очень большой поток с Владивостока. И буквально тут это хорошо, если до Нового года придет. Не знаю, вот нашел сейчас одну компанию, потом я ее координаты вам скину. Эта компания заключила, выслала мне договор в электронном виде, я подписал, обратно переслал, оформили электронную заявку. Вот надо на этой неделе привезти им автомобиль. И как они сказали, до 2 недель он на терминале формируется, автовоз, и потом 15-22 дня в пути до Краснодара. Это прямой рейс. Есть с перегрузом, с перегрузкой в Новосибирске или Красноярске. Там будет подешевле, но и подольше будет это все. 1020 дешевле будет, но все это будет дольше. И ну, вот в этой компании сейчас только прямые рейсы формируются. Так что вот такие вот дела. Другая одна компания мне говорила, что пригоняйте автомобиль к нам. Он у нас до недели 3 у нас находится. Потом его помещаем на терминал. Терминал в течение 4 недель формируется, автовоз. Потом едет он с перегрузом в Новосибирске, а там, может быть, еще может постоять. И не факт, что я посчитал, до Нового года придет. В общем, об автовозах надо заботиться немножко заранее. Вот такие новости покажу. Скину видео вам документов в электронном виде, какие пришли. Машину, как вышла с растаможки. Ну и уже по факту все буду рассказывать. Так, Жень, ну все, вот степчик. Приехал. Весь хорошенький. Косячков нету. Большой монитор. А, и в потолке монитор есть. Спада. Сейчас, секунду. Подсветки какие-то. Это от аккумулятора сейчас поставлю. Заводной, все, сам завел. Бензина, правда, нету, но я сейчас подзаправлюсь, две электродвери. Ну, хорош. Единственное, чехол здесь под подсом.